Всем привет, с вами Александр Лебедев. И сегодня у нас необычное видео. Сегодня я вам расскажу, как я делал вот этот вот сверлильный станок. Сегодня я расскажу про все этапы его проектировки и сборки. Так что присаживайтесь поудобней, будет интересно. Для начала следовало сделать трехмерную модель. И я сделал примерно за 2 вечера в SolidWorks. Рассказывать о том, как делать модели, не имеет смысла. Это скучно и займет много времени. Но зато все чертежи вы можете скачать из группы ВК. Ссылка будет в описании. Затем все пластиковые детали были распечатаны на 3D принтере из ПЛА. Несмотря на то, что ПЛА считается менее прочным по сравнению с ABS, я вам скажу, что сломать ее будет сложно, и прочность меня полностью устраивает. После печати надо убрать кучу поддержек и еще провести некоторую постобработку деталей. Где-то надо убрать острые кромки, а где-то зачистить места от поддержек. Для того, чтобы закрепить верхнюю крышку, я использовал стойки для печатных плат. Но я не учел длину винта, и поэтому пришлось проковырять еще дополнительное отверстие под стойку. За место клея я использовал эпоксипол. Замешивается он в пропорции 1:1, но он очень быстро твердеет, поэтому всю массу необходимо нанести в один подход. Затем я установил стойки для печатных плат, но позже нанес еще эпоксипола для того, чтобы выровнять поверхность и еще лучше зафиксировать стойки. На AliExpress я купил вот такой двигатель и установил его в корпус. Заходил он туда с небольшим усилием, и это, знаете, даже хорошо. Затем я закрепил его с помощью двух винтов. Стойки для направляющих я сделал из двух трубок диаметром 10 мм. Внутрь трубок я установил гайки, также на эпоксипол. Затем трубки я установил на основание, но пришлось их забить молотком. Для того, чтобы перемещение было плавным, я купил 2 линейных подшипника. И также с помощью эпоксипола я установил их в корпус. Все подвижные части вращаются с помощью подшипников. Подшипники запрессованы в направляющие, но после они были изменены, так как не было возможности быстрой разборки плечей в случае необходимости. В качестве основания я взял кусок фанеры толщиной 12 мм. Далее нужно было скруглить края, чтобы плотно вставали стойки на углы основания. Теперь вся механика готова для сборки, и стоит перейти к электронной начинке станка. Для начала разберем, как работает схема регулировки оборотов. Здесь R7 обозначает сопротивление обмоток у двигателя. Всю схему питает линейный стабилизатор напряжения. Он тут нужен для точной работы операционного усилителя, так как они чувствительны к перепаду напряжения. На выходе стабилизатора стоит фильтрующий электролитический конденсатор. Следующим важным шагом является точная подборка сопротивления резистора R6. Оно должно быть равно сопротивлению обмоток двигателя.
А вообще, эта схема делитель напряжения из двух резисторов. Напряжение со средней точки поступает на первый канал операционного усилителя, который работает по схеме вычитания. Тут из напряжения на якоре вычитается напряжение на эквиваленте. Затем эта разность поступает на второй канал операционного усилителя и сравнивается с эталонным напряжением, выставленным с помощью переменного резистора. После этого напряжение поступает на базу транзистора, и уже измененное напряжение поступает на сам электродвигатель. Стоит сказать пару слов о выборе транзистора. Сейчас у меня это 2SC6114SG. Почему именно он, спросите вы? Во-первых, у него большая мощность рассеивания, аж 25 Вт, в то время как через него будет проходить порядка 8 Вт. Также у него большое предельное напряжение коллектор-эмиттер, 50 Вольт. И все это при предельном токе в 10 Ампер. Всю схему я сделал на макетной плате навесным монтажом. Для того, чтобы проверить, как работает схема, я все соединил и в цепь питания электродвигателя последовательно поставил амперметр, чтобы посмотреть, как меняется ток потребления. Зададим нужные обороты и создадим дополнительные сопротивления. Ставь лайк, если тоже лезешь пальцами туда, куда не нужно. Как видим, ток потребления увеличивается, и по ощущениям скорость не меняется, а значит схема работает. Как же все-таки приятно смотреть на сверло, который не бьет. И теперь давайте проведем несколько тестов. Сначала я поставил сверло диаметром 3,2 мм. Сверлил аккуратно, так как еще не до конца все было собрано. Затем я поставил сверло диаметром 1,2 мм. И вот в этот момент я понял, насколько я туп. И если бы не штатив, то мне бы прилетел подлый удар ниже пояса куском текстолита. Остается только заправить провода и установить плату внутрь корпуса. Окончательный станок имеет вот такой вид. Ну что ж, с конструкцией мы теперь закончили. Теперь пару слов о, наверное, его недостатках. Что мне не понравилось, было геморройно. И, наверное, я это переделаю, но со временем. Во-первых, вот это плечо очень длинное. Я думаю, его вообще согнуть где-нибудь на градусов 45, наверное, вот в этой точке, чтобы плечо было прямое. Я думаю, так будет гораздо удобней сверлить, потому что изначально в таком положении, ну, как-то это не очень. Еще у него были спроектированы три отверстия. Это выключатель, его регулировка оборотов, переменный резистор. И вот здесь я планировал сделать вход питания. Но сейчас он у меня сверху. Почему сверху? Да потому что он тупо не поместился сюда. Потому что я заленился потратить побольше времени, чтобы все посчитать.
и прикинуть, как расположится внутри у меня электроника. Это меня и наказало. Поэтому уже здесь стоит плата, и ничего там никуда не поместится. Поэтому пришлось импровизировать и вывести наверх. В принципе, это более-менее нормально, как бы покатит, пойдет. Само основание прикручено на саморезы. Вообще изначально планировалось поставить на потайные винты и с обратной стороны их закрутить. Но что-то у меня нужной длины пока винтов нету. Мне лень было идти в магаз ими закупаться. Поэтому просто прикрутил саморезами. Держится нормально. А что еще-то нужно? Меня устраивает. И еще один минус, который меня очень сильно напрягает. Сейчас я вам это покажу. Открутим вот эту вот часть. Здесь стоит всего лишь одна гайка, и места там для нее было мало. Здесь я, конечно, прям вот закосячил, мне это не понравилось. Я пытался ее поксиполом вначале поставить, у меня ее срывало. Это я еще ставил гайку более маленького диаметра. Потом, немного подумав, выбрал диаметр большой, но она туда хрен лезла. Поэтому я просто раскалил вот эту вот гайку на плите и просто впаял ее туда. И пока это держится, это не отвалилось. Да, и еще хочется сказать, наверное, попозже, когда я уже с ним поработаю, придумаю небольшое дополнительное основание, что-то вроде третьей руки. Ведь станок предполагается использовать в основном для сверления печатных плат и отверстий под элементы. Так вот, хотелось сделать что-то в виде дополнительного фиксатора-держателя. Опять же, распечатаю на 3D принтере, возможно, небольшую стойку какую-то с дополнительными креплениями, чтобы было удобно все это держать. Если вам заходят данные видео с тематикой крафта, то подписывайтесь на канал и ставьте палец вверх. А я еще немного, после обеда. I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad, I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back, yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah. Fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I've won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in. Let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah. Able, oh yeah. I'm stable, oh yeah. No label, oh yeah. You know me, I have